Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится у нас в ЖК «Авиатор». Традиционно я вам быстро покажу планировку квартиры, а уже во второй части этого видео подробности про район, инфраструктуру и саму квартиру в деталях. Квартира, как вы, наверное, могли уже догадаться, евро-двухкомнатная. То есть у нас здесь отдельная спальня. Здесь у нас вот такая большая входная группа. Далее, здесь у нас вот такой совмещенный санузел с ванной. Здесь у нас совмещенная кухня-зал. И выход на балкон. Ну, давайте теперь по порядку, как обычно, начнем с места расположения. Это ЖК «Авиатор». Обратите внимание, вот здесь как раз подтверждение того, что здесь все-все-все новое. В этом году как раз вот эта вся история доделается. Здесь будет классная детская площадка. Соседние дома уже здесь тоже готовы. Квартира новая, как вы могли догадаться, и если вы смотрите это видео в летом 2024 года, это значит, что в квартире еще никто не жил, и вы будете первым арендатором. Вот. Очень классная, уютная лоджия, особенно когда здесь вот эту всю историю доделают. Очень классно здесь будет поставить себе какой-то кресло-мешок, столик и вечером посидеть, просто понаслаждаться. С учетом того, что здесь вот такой будет классный вид на футбольный корт, зеленый газон и так далее. По квартире, как я сказал ранее, квартира абсолютно новая, здесь еще никто не жил, будете первым арендатором. Это большое-большое преимущество и большая удача всегда. Вот, при необходимости собственник докупит всю необходимую утварь, которая вам понадобится, да. Здесь у нас еще не доехали немножко до нас стулья, скоро они тоже уже будут. Ну и, собственно, давайте еще заглянем в санузел. Санузел тоже чистенький, аккуратненький, керамогранит на стене, то есть плиточка. Здесь получается душевая, гигиенический душ, все чистенько, аккуратненько, свежо и так далее. Еще здесь, соответственно, будет шторка. Далее, система хранения у нас здесь тоже вот такой у нас большой шкаф. Шкаф реально глубокий, то есть он, у меня рука даже более чем заходит, наверное, больше даже метра по ощущениям. Там у нас еще вот такая антресоль, ну и система хранения. Квартира идеально под одного, либо там двоих людей взрослых, потому что места здесь предостаточно, чистенько, аккуратненько, и квартира светлая. С точки зрения инфраструктуры, тоже в шаговой доступности большое количество супермаркетов, аптек, там, ресторанов и прочее-прочее. То есть район у нас прямо вот, обратите внимание, выходит на аэропорт. Видно зелененький самолет S7. Будем рады вам показать эту квартиру вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором. Спасибо.